Топ-5 причин, почему гитара хуже аккордеона. Первое. Аккордеон – это высокотехнологичный стимпанк-механизм. По сравнению с ним, гитара – это кусок бревна с натянутой проволокой. Второе. Чтобы зажать аккорд, нужно составить сложную фигуру из пальцев. Здесь аккорд зажимается одной кнопкой. Я любил и ненавидел. Третье. Чтобы играть мелодию на гитаре, нужно зажимать вот тут и высекать вот здесь. А еще все это дело надо синхронизировать, в общем, геморрой. Чтобы играть мелодию, нужно просто нажимать клавиши в нужном порядке. Как на пианине. Четыр-четыр. Гитарист может заработать музыкой только в одном случае. Если продаст гитару. А аккордеонист всегда прибавка. Ну а пятую причину напиши в комментарии.